Привет, привет. Это вторая попытка. Телефон разрядился. О, Сью, привет, привет. О, Егор, привет. Ой, Катя, привет, привет. О, Алекс, у меня вторая попытка. Потому что телефон разрядился, я маску смыла. Так, как день? Также все продуктивно. Сегодня учеба была с 11:30 и до 5. Ой, ой, да, смыла, смыла. Уезжаю на следующей неделе. Пока куда? Точно не знаю. Вот. Визу в Корее уже получила. Сейчас в целом втягивалась в учебу. Дела хорошо. Сегодня у нас ударная доза лекций была. Я очень-очень устала. Да. О, да. Напишешь мне потом, куда. Вот. Ой, спасибо, спасибо. Алисе, ой, кстати, хочу к вам в гости зайти. Если не уеду еще на следующей неделе, то зайду. Погода, ой, у нас не очень. Плюсовая температура и, ну, один бассейн. Питер просто превратился в один большой бассейн. Вот. Дождь. Ой, Алена, привет. Марта, я тут еще раз решила эфир продолжить. Маску смыла, телефон разрядился. А, в целом могу рассказать... спрашивайте, про что? Расскажу про многое. Так. Привет, привет. Ален, как ты там? А, про маску. Это была маска Лореаль, магия глины. Вот, на самом деле, маски люблю только увлажняющие. Вот с глиной первый раз пробую. А так в целом... А, как с учебой отпускаю, тоже сейчас расскажу. Вот, Сашка, ты писала как раз-таки тоже в своем профиле про свой уход. У меня на самом деле похожий уход за... Да, это для лица было. Уход похожий. Вечером, утром это мицеллярная вода, затем я смываю, и два раза в неделю увлажнение. Вот. Могу потом отдельно показать, что. Так, рассказать, да? И показать. Это будет трудно. Так, мицеллярка обычная от Гарнир. Вот честно, любую беру. Всегда хороший попадается. Да, Сашка оценивает. Сейчас покажу вам. Опа. Извиняюсь, ухожу здесь в темноту. Так, это я в следующий раз выложу свою косметику в сторис. В целом, да, что использую. Рассказать? Сейчас про учебу расскажу. Как с учебой отпускают? Просто беру лекции заранее, то есть у нас есть список, и общаюсь с ребятами. Они мне скидывают конспекты, задания, на почту нам все присылают преподаватель. Я все задания делаю, и потом, когда приезжаю, уже подхожу к преподавателю, все сдаю. Вот, вот так вот. Правда, за посещение меня, конечно, немножко ругают. А в целом сдаю. Ах, конечно, не на пятерке, но знания есть. И мне нравится этот процесс получения знаний. Так, продуктивно. Продуктивно, да. Самое главное — это вовремя все делать. Сейчас я изучаю экономику в Герцен. Это педагогический университет у нас в Питере.
Так. Ну, у нас на самом деле... Так, больше теорию. Да, больше теории. Так, математика у нас... Там больше по математике мы просто присылаем задания на почту. Ну, вот я присылаю преподавателю. Вот с проектом. Надо потом, кстати, обсудить, как у тебя тоже с учебой. Мне интересно. А преподавателю по математике я просто все скидываю на почту. В основном общение по почте идет у нас. Вот. Так, мой универ было поступить несложно. Из-за того, что я занималась 14 лет гимнастикой и уже в последний момент решила поступать в университет, именно направление, не связанное со спортом. Поэтому я в последний момент спохватилась экономика. Спохватилась изучать математику на нормальном уровне, то есть не на таком, которым я изучала до этого. И поэтому сдала экзамены я средние, но по математике у меня было 70, так, 70, 60 русский, и там обществознание тоже около 60, еще биологию сдавала. Но у меня средний балл был, поэтому я прошла в Герцена. Так. Надо объявлять о эфирах заранее, чтобы люди заходили, спрашивали, что интересно. В целом, так мне что там написывают. Так, в целом лучше объявлять о эфирах заранее, мне кажется, да? С репетиторами, да. По обществознанию я ходила на курсы. По математике у меня был репетитор, по русскому и биология еще была. Тоже репетитор. Ладненько. Со всеми попрощаюсь. Ой, наоборот, люди только присоединяются. Надо заранее об эфирах объявлять, тогда продуктивненько будет, чтобы не только, да, на меня смотреть, но и поговорить. А то я сама не люблю такие эфиры, когда просто смотришь на человека. Ну и что ты хочешь этим сказать? Вот. Время школы? Нет, я же только вот 4 месяца назад начала. Я еще тогда не было модулинга в моей жизни. Была гимнастика, только гимнастика. Вот. Ладненько, все. Уже 9 человек. Кстати, кто у меня там в эфире? Сейчас посмотрим. В общем, в следующий раз я объявлю заранее об эфире, чтобы все успели подготовиться, да? А в Европу на следующей неделе. Вот. Все тогда. Всем хорошего вечера. А, кстати, как вам... так, 8 человек в эфире. Как вам нравится идея, что я выкладываю, что я кушаю? Да? И о своих планах в целом. Выкладываю я лишь потому... Так. А что он там пишет? А, понятно. Жалуемся. Спам. А, это оскорбление. Ладно. Да, я не читаю. Так, крутая, да, идея с тем, что я кушаю? Я думала насчет фудблога еще, но это не очень, наверное, удобно будет. Лучше... ну, этого всегда полно, поэтому... Смотрите, так, 7 человек. Смотрите, как лучше сделать. Мне кажется, просто в сторис какие-то оригинальные идеи с едой выкладывать. А так, если что-то не оригинальное, то не буду выкладывать. Правильно? Вот. И можно просто в сторис сделать актуальное с едой. Как вам такое? Именно с какими-то интересными рецептами. Вот. Да. Вот, отличная идея. А еще в целом, вот у меня есть видео тренировок. Надо как-то их преобразовать в новое направление. Вам нравится, когда я делаю функциональные, именно функциональные, да? Мне тоже нравятся функциональные, потому что их можно сделать в поездках. В целом это занимает 30 минут времени вообще и
мышцы напрягаются, и устаешь, и тренируешься. Вот. Но у меня еще очень много идей, поэтому буду потихонечку их воплощать. Все, тогда давайте. Всем хорошего вечера. Буду об эфирах заранее объявлять. Все, всем пока-пока. Все, буду делать.